Вот и закончился очередной сезон Формулы-1. За последние два сезона мы поведали многое. Неожиданные победы. И горькие поражения. Самым запоминающимся моментом этих двух сезонов были, естественно, пятый чемпионский титул Себастьяна Феттеля, а также восход из недр пелотона команды Williams и дебютанта Алексея Солнцева, который за весь второй сезон смог одержать аж 18 побед из 20, которые добыла команда Williams, и тем самым завоевал чемпионский титул, а также Кубок Конструкторов. Но в новом сезоне пути команды Williams и Алексея, к сожалению, разошлись. Алексей переходит в Макларен на место Фернандо Алонсо, а место Алексея займет молодой канадский пилот Лэнс Строу. Итак, сможет ли Williams продолжить свою доминацию в этом сезоне? И сможет ли Алексей возродить Макларен? В этом сезоне мы узнаем ответы на эти вопросы. Оставайтесь с нами.